Сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России Кимрский при содействии инспекторов дорожно-патрульной службы на одной из улиц Кимр был остановлен легковой автомобиль под управлением 55-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. По месту жительства кимряка обнаружен почти килограмм марихуаны, что является крупным размером. По версии оперативников, фигурант планировал продавать запрещенное вещество наркозависимому. Злоумышленник задержан и выдворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предполагает до 10 лет лишения свободы. В Твери на проспекте Чайковского автомобиль «Шевроле» под управлением мужчины 45-го года рождения сбил велосипедиста. Иномарка перестраивалась вправо для парковки и не уступила дорогу двухколесной технике. Оба транспортных средства двигались по Чайковского от улицы Ерофеева. Травмированного велосипедиста 72-го года рождения увезли в больницу. Отметим, что у «Шевроле» установлена летняя резина. На набережной Афанасия Никитина «Тойота» под управлением 61-летней женщины сбила 12-летнюю девочку-пешехода. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Женщина-водитель «Тойоты» говорит, что рядом с ней в правом ряду у пешеходного перехода остановился «Мерседес», из-за которого и вышла девочка. Травмированный ребенок доставлен в детскую областную больницу. Продолжается розыск Александра Долгова, совершившего побег из участка колонии-поселения Лео-8 в Андреапольском районе области. На вид Долгову 25-30 лет, рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, глаза и волосы темные. Особая примета – над левой бровью шрам. Напомним, Долгов был осужден за кражу, отбывал наказание в колонии-поселения на срок 60 дней. Всех, кто знает о местонахождении Долгова Александра Евгеньевича, просим срочно позвонить по указанным телефонам. Сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии приняли участие в учениях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Отрабатывался порядок первоочередных действий в случае возгорания, меры предупреждения, практические действия по ликвидации пожара, в частности, применение первичных средств пожаротушения, порядок эвакуации людей. Сотрудникам Росгвардии проведен инструктаж по основным правилам пожарной безопасности в учреждениях с массой пребыванием людей. Отработаны практические действия по тушению очага возгорания порошковыми огнетушителями. Цель занятия – приобретение личным составом управления устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких решений, выполнение действий, необходимых для предупреждения опасных последствий при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.